Я вас приветствую, друзья! Сегодня очередная новинка с площадки Xiaomi Youpin попала ко мне в руки. Это портативный модульный пауэрбанк с поддержкой беспроводной зарядки QI. Производителем выступает партнер Xiaomi, компания Shenzhen Ruilink Technology. В комплекте имеется пара модулей. Это литий-полимерный аккумулятор на 2600 мАч и модуль беспроводной зарядки. Краткая инструкция на китайском языке также присутствует, а вот зарядным кабелем производитель нас решил почему-то не баловать. Ну да ладно, благо их гора от других зарядок. Аккумуляторный модуль устройства представляет собой небольшую, как по размерам, так и по емкости, литий-полимерную батарейку на 2600 мАч. Завернута она в корпус из приятного на ощупь ABS-пластика голубого или оранжевого цвета. Никаких USB-портов или чего-то похожего, куда можно было бы вставить кабель, у него нет. Однако сбоку имеется широкий штекер с четырьмя контактами. Именно с его помощью и соединяются два модуля. Вторая часть гаджета – это небольшая пластиковая QI-платформа синего либо красного цвета. Покрыта она специальным микроадгезивным материалом. Если точнее, вся поверхность этого материала представляет собой огромное множество мелких присосок, за счет которых гарантируется надежное прилипание к ровным гладким поверхностям. В нашем случае корпусу либо крышке телефона. Надо сказать, прилипает к телефону зарядка даже с учетом подключенного аккумулятора довольно хорошо, если специально не трясти, пытаясь ее сбросить. Держится она очень надежно. Сбоку находится единственный разъем стандарта microUSB. Входные параметры тока 5 вольт 2 ампера. На выходе же эта малышка способна выдать не больше 5 ватт, а значит пользоваться быстрой зарядкой с ее помощью, увы, не выйдет. Эффективность зарядки составляет 72%. Собственно, это неудивительно, учитывая ее габариты. Заряжается аккумуляторный блок полностью около 2 часов. Об уровне заряда подключенного аккумулятора сообщают 4 индикатора, которые расположены на торце зарядки. На одной из сторон также имеется кнопка включения и выключения. Итак, три варианта использования всего устройства. Первый – это зарядка телефона при помощи одного лишь QI-модуля, понятное дело, заблаговременно запитанного через microUSB-порт. В отличие от других беспроводных аналогов, это не мешает во время зарядки пользоваться телефоном, и это очень удобно. Второй вариант – это одновременная зарядка подключенного аккумулятора и телефона. Для этого необходимо будет подключить батарейку через соответствующий порт. Отключив кабель, зарядка пойдет от батарейки. И третий вариант, самый мобильный. Перевернув блок беспроводной зарядки и подключив его к батарейке, можно наконец начать использовать пауэрбанк по назначению. Лепим на крышку телефона, нажимаем на кнопку и радуемся. Никаких проводов и, как следствие, страха, случайно дернув, порвать шнур или повредить разъем зарядки. Срабатывает зарядка на расстоянии до 8 мм. Через металл, понятное дело, не заряжает. Сразу срабатывает защита и девайс отключается. После 25 секунд простоя зарядка также автоматически выключится. Устройство, на мой взгляд, хоть и не получило больших цифр в емкости аккумулятора и параметрах тока, зато вышло очень компактным, мобильным и, в силу особенностей конструкции, исключительно удобным зарядником. Друзья, пишите в комментариях, как вам новинка, а также не забывайте подписываться на канал. И обязательно ставьте лайки. Вам не жалко? Мне приятно.